вами канал Love Train и ваша долгожданная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Итак, вопрос первый. Вот прям сижу сейчас, читаю с телефона. Когда будет видео про Сапсан? Что я могу сказать по поводу Сапсана? Про Сапсан видео будет скоро. Опять же, объясняю, что у нас есть план видео, который мы должны выполнить. Поэтому раньше времени я ничего выпустить не могу. Но до Нового года 2023 про Сапсан видео выйдет обязательно. Так, переходим к следующему вопросу. В ваших видео будут другие ютуберы? Вопрос от подписчика Никита Фан. Итак, немножко не понимаю вопрос про других ютуберов. Вот, я могу сказать только про наших членов команды. Хочу напомнить, что у нас их 4, даже 5 человек, которые принимают участие в съемках всех видео и также в постройках. Переходим к следующему вопросу. Пишет опять же подписчик: «Я бы хотел узнать побольше о новых героях канала». Что касается новых героев канала, безусловно, да, их уже немало новых, поэтому сейчас я на этот вопрос отвечать не буду. Мы будем выпускать в скором времени отдельные посты про каждого нашего члена команды. То есть будет пост и все про члена команды. Имя, возраст, увлечение, вот, и все тому подобное. Поэтому узнайте о каждом члене нашей команды. Следующий вопрос. Когда будет РЖД Плацкарт 2019? Так, Плацкарт 2019. Я думаю, многие обращали внимание, что этот вагон у нас уже был в таких поездах, как, не помню даже, наверное, Москва-Кинешма или Москва-Воронеж. Точно был такой плацкарт, но, безусловно, мы выпустим обзор на отдельный такой вагон, Плацкарт 2019. Так, дальше. Кстати, хочу сказать про Плацкарт 2019. Это действительно удобный вагон. Мне посчастливилось в прошлом году проехать в таком вагоне. Очень удобно. Так, следующий вопрос. Когда будет РЖД обычный пассажирский поезд? Не совсем понятна формулировка обычный пассажирский поезд, но я так понимаю, имеется в виду, что не фирменный, да? То есть просто пассажирский скорый поезд. Ну, хочу сказать, что у нас уже, безусловно, были такие видео, их было немало, поэтому, ну, они продолжат выходить в обычном режиме. Так, переходим дальше. Так, вот прям по порядку. Нам нужен Сапсан до Питера. Но это даже не вопрос, наверное, а просьба. Ну что ж, я уже про Сапсан ответил. Так, далее. Где маршрут Москва-Пенза? Так, Москва-Пенза. Москва-Пенза – это фирменный поезд Сура. Наверное, я думаю, что речь идет про него, двухэтажный. Вот. Да, мы его снимем обязательно в ближайшее время. Ориентировочно это будет в начале ноября, то есть через месяц еще. Возможно, чуть пораньше, конец октября может быть. Так, ну здесь на этом вопросы заканчиваются. Да, вопросы заканчиваются. И еще хочу, наверное, добавить про вопросы, которые нам задают не только под постами, под вот этими, но и, в принципе, под видео. То есть спрашивают, когда будет то или иное видео. Абсолютно все, что вы пишете, абсолютно все комментарии мы читаем. Я принимаю это все к сведению, и абсолютно каждое видео из этого выйдет. То есть выходит постепенно. Уже по просьбе подписчиков мы сняли Москва-Симферополь, сняли Москва-Ульяновск. У нас недавно долгожданное видео тоже вышло про Северную Пальмиру, я тоже помню. Вот. Что касается... Чего касается? Я забыл, что хотел сказать. А, вот. У нас, я думаю, многие знают, недавно вышло видео, где мы... Приключения на вагонетке. В общем, от Санкт-Петербурга до Москвы. Так вот, рассказываю. Это новая рубрика, новый формат видео. И он будет выходить в дальнейшее время. То есть, и мы будем разбавлять контент про... путешествие на поезде. Вот, если сейчас это вышло Санкт-Петербург-Москва с московского до ленинградского вокзала, то небольшой спойлер, следующее видео в таком формате выйдет по маршруту Москва-Лиски. Туда войдут такие крупные станции, как Москва, Тула, Узловая, Ефремов, Елец, Липецк, Придача, Воронеж-Южный и Лиски.
Вот, ну, на данный момент эта линия находится в разработке, но в ближайшее время выйдет видео, то есть, возможно, даже после вот этого. Вот, я думаю, что я на все вопросы ваши ответил. С нашей команды также мы все комментарии просматриваем, читаем, поэтому пишите еще вопросы для следующего видео, я думаю, оно уже будет к Новому году, ну или к 1000 подписчиков, ответы на ваши вопросы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Нам очень приятно, когда вы пишете какие-то комментарии, ставите лайки, потому что мы для вас действительно стараемся. До новых встреч! Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.